Патрульных вымогателей задержали на столичном ЖД вокзале. Спецоперацию сегодня ночью провели Киевская прокуратура и СБУ. По данным следствия, пятеро полицейских в течение нескольких месяцев избивали и грабили людей. Одиноких или подвыпивших пассажиров под разными предлогами забирали в комнату для досмотров, а там угрожали, заковывали в наручники, отбирали деньги и ценные вещи. Кроме того, патрульные крышевали карманников за вознаграждение. Задержанным объявили о подозрении и отстранили от службы.